друзья приуны. Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Анабиоз, это уже 5-я серия. В последней серии мы спасли брата аквалангиста и получили в итоге топор. И это хорошо. Ничего плохого про это я сказать не могу. С топором-то... Тихо. С топором-то мы заживем. Так, погреемся еще. Продолжаем ходить по каким-то техническим помещениям этого корабля. Сейчас нам опять придется спуститься вниз. В самый лютый мороз. И по-быстрому там пройти. Быстро надо отсюда выбираться. Потому что можно кони двинуть на раз. Так, давай, пошел. Ага, тут у нас еще погреться. Блин, в этой игре источники тепла приносят такую же радость, как трутницы в амнезии или усилители в Фире. Так, и что? Что это за рычаг? Что он мне дает? А, вон там дверь открылась, да? Ну, давайте по-быстрому пошли туда. Я здесь в таком морозе. Это что такое? Блять, вот тебя не хватало. Но получи! Топор жжет. Так, еще погреемся. Отлично. Здесь не так холодно. Это радует. Тихо. Еще один идет. С топором тоже. Это уже серьезно. Да, блин. А, ну пойдет. Давайте погреемся еще. Они начинают напрягать. Они, в принципе, не прекращали напрягать. Довольно-таки суровые бои тут с этими гадами. Но тем не менее. Ладно, идем дальше. Быстрее бы отсюда выбраться. Я не могу. Не знаю, что они не могут меня. Тихо. Блять, это хуже манекенов. Твою мать. Не трогайте меня. Весь народ, похоже, задубел, да? Да. Блять. Мне вот люк. Они, похоже, безвредные, да? Будем надеяться, по крайней мере. Давайте отогреем. А, ну и слава богу, они исчезли. Сейчас все будет отогреваться. У меня такое ощущение, что мы идем и на своем пути делаем корабль лучше. Отогреваем его, спасаем заблудшие души. И, соответственно, ведем эту историю к хорошей развязке. Видимо, так. Так, ну мне сюда наверняка. А, да, все, растаял наконец. Конец еще одного уровня. Довольно-таки короткий уровень был, надо сказать. И опять ждем дико долгую загрузку. Персонаж наш, Александр Нестеров, какой-то молчаливый. Но, так как зовут его Александр, я думаю, человек он хороший. Я еще не встречал ни одного Шурика, который был бы плохим человеком. Все мои знакомые Александры просто, блин, отличные люди. Ну и вообще, сколько Шуриков встречал по жизни, все были хорошими. Так что и наш, я думаю, не подкачает. Всем Шурикам привет. Так, начинаем. Давай уж, отгружайся. Блин, прожорливая игра. Ну давай быстрее, елки-палки. А может мне настройки убавить, а может мне... Даже не знаю. Так, это ч?
что такое? Это не то, что я думаю, это не взрывчатка случая. Все-таки, видимо, нет. Хотя хрен поймешь. Так, открываем. Веник. И совок. Жаль, нельзя взять. Я тут навел порядок. Опять спускаемся. В лютый мороз. Оп. Что такое? Давайте узнаем, что с ним случилось. Он, похоже, замерз, прям в лед вмерз. Давай. Давай, браток. К тебе пойдем в голову. Что такое? Вниз так вниз, бежим. Нужно сбросить воду от всех! Открой дверь, я запущу насос! Блин, да что ты притормажишь? Какой насос? Какая дверь? Вот это что ли? Открывай! Блин, а сейчас залью, да, включай насос. А, ну все похоже. Да, тут нас не затопило в итоге. Интересно, как я с этой стороны провал оказался. Давайте посмотрим. Вьюга метель. Так, мне вниз или наверх? Давайте вниз пойдем. Здесь у нас дует злой ветер. Без вентиляции. Ничего особо хорошего-то я не вижу тут. Только мороз, в котором мы непременно замерзнем, если будем тут оставаться. Все, надо уходить. Очень холодно. Очень холодно. Давай, 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 пошел. Блин, надо обо что-то погреться. Тут наверху тоже дубак. Блин, что делать? Давай, давай, давай. Хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь теплое. О, кнопка, давай, разогревай. О, теплый воздух пошел. Вот хорошо. Да, погреемся. Блин, как я рад теплу, а. Обалдеть. Отогрелись на славу. Так, и все, теперь, видимо, вниз надо спускаться. Да, все раз. Да бля. Только мне дали топор. И сразу же враги с топорами пошли. Ой. Ой-ой. Сейчас ты у меня получишь. Ладно, хорошо справились. Спускаемся вниз. Нас ни разу не ударили. Это отрадно. Тут еще ничего не расставило, похоже, что. Ага, теперь тут нажмем. Отойди, не мешай помещению отогреваться, мерзавец. Отлично. Ох, как хорошо греется-то, а? Так, и что дальше? Вниз. Тут уже тоже все отогрелось. Тут у нас лампочка. Внизу, возможно, что-то надо нажать. Блять. Что же вы меня пугаете-то так, а? Я все стараюсь без мата, но не получается, блин, ну как тут без мата? Выпрыгивают постоянно такие бородатые мужики здоровые. Боюсь здоровых, бородатых мужиков. Так, что тут, а что погреться-то можно было? А, вот. Нельзя? Ну ладно. Все равно уже не так уж и холодно.
Это что за... Так, тихо. О, огнестрел. О, у тебя винтовка, наверное, да? Хочу себе, хочу. Давай посмотрим, что с тобой случилось. Винтовка. Мосина. Трехлинейка. Ну это ж отлично. Так, тебе вообще что не было, нет? Че ноль эмоций? Я уж думал, она в тебя вообще не попадает. Что-то я стрельбу не понял. То ли я не попадал. Вот теперь я точно не попал. Ну ладно. Отстрелялся. Спас человека. Ой, теперь у меня мосинка. Хорошо. Блин, какая прелесть. Тихо, я что-то слышу. Блин, что с тобой делать-то? Патроны должны лежать где-то на полу. Ну вот они лежат. Присесть. Да я присел уже. А, перезарядить. Погоди, я что, не взял их, что ли? Да. Легкий затуп. Простите меня за него. Понятно. Я примерно так и понял. Ну, я что-то, кстати, не понял, что с этой винтовкой. Я сколько в него стрелял, ему вообще ноль эмоций было. То ли я промахивался, то ли что. Но вообще то, что у меня мосина в руках, это меня радует. Хотя, конечно, лучше какое-нибудь автоматическое оружие. Может, приберечь его? Нет, я лучше буду ходить с ним. И плевать мне на все. Погреемся. Греться всегда надо. Так, что-то плохо греет. Там у нас ничего. Ладно, идем дальше. Тихо. Ух ты. Прилег. На тебе еще. Да что ж живучий какой. Две пули крупнокалиберных в голову. У Мосина калибр. Это вам, блин, не шутки все-таки. Че ж с трех пуль врыл-то дохнешь? Так, надо быстро к тому вентилятору. Еще один идет. Все, прилег. Че, у меня три патрона осталось? Ну ладно. 3 так 3. Как раз еще на одного врага. Ох. Не люблю вентиляцию. Тихо. А что у нас здесь? Нам, может, сюда? Видимо, нет. Может, я просто не разобрался что-то. Но, тем не менее, двигаем дальше. Пока есть возможность. Блин, да не мешайся ты, ёлки-палки, ну что? А, я и так подскажу. Ладно. Двигаем дальше. С оружием себя как-то уверенно сразу чувствуешь? Блин, а как погреться-то?
Там у нас какой-то холодный вентилятор. Давай, грей. Чё, слабый какой-то вентилятор, не мог ему руку перерубить. Ой. Чё за нахер? Ты скотина! Вот напугал. Где ты там? Чё стоишь-то? Вторая. Третья. Всё, винтовка пустая. Это печально. Походим с топором. Но, блин, ты, конечно, напугал. Меня напугал. Большие вентиляционные лазы напоминают мне вентиляцию с первого фильма «Чужой». «Чужой» очень-таки неплохо лазил. Только там еще такие мембраны были, такие защелкивающиеся. Так, ну, с одной стороны, я вижу, он там, отогревалка, но наверняка сейчас к ней пойду и вылезет какой-нибудь урод. Так, давайте отогреем это место. А тут отогреем себя. Вроде как все тихо пока. Это радует. Так, и... О, блядь, да что ж с вами будешь делать, а? Скотина, что, дурак, что ли, совсем? Ну... О! Не-не-не, сам подходи. Вот ты вообще, блин, борзый. Так меня всрал, обалдеть. Пойдемте еще восполнять надо все, что он у меня отнял. Ладно, хоть бошку не срубил мне. Обалдеть. Скотина. Так, а что тут выключилось, что ли? Или нет? Кругом все во льду. Конец уровня. Да, игра пугает. Сначала она не воспринималась мной, как больно-то уж хоррор. Но в последнее время что-то прям... Пугает, конечно, примитивно, по большей части. Не как в Амнезии, что тебя постоянно давило сверху ощущение, что тебя сейчас бацу. Так, секунду. Отвлекли меня. Но суть в чем. На этом мы завершим, пожалуй, эту серию. С вами был Артур. Увидимся завтра. Всего хорошего. Пока-пока-пока.